Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Новый ультиматум перевозчиков без льгот и пересадочного тарифа. Скользим без коньков, куда обращаться, чтобы подсыпали дворы и тротуары. Новый случай жестокости педагогов. В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника. Край получит деньги на метро. Когда и сколько? Льгот не будет, пересадочного тарифа тоже. Перевозчики поставили новый ультиматум. С весны они просили Минтранс поднять тарифы на проезд, но устали ждать и решили добиться своего крайними мерами. Что ответит на это в Минтрансе? И главное, будет ли повышаться цена на проезд, разбиралась Алена Крашенинникова. Вот эта карта, она будет просто карта платежная, то есть она не будет являться скидочной. Пассажир может с ней будет рассчитаться, но без каких-либо скидок. Без скидок и без пересадочного тарифа. Просто номинально теперь будет работать транспортная карта с 1 января 2019 года. Это решение приняли частные перевозчики с топливом, которое дорожает катастрофическими темпами. Решение, по их словам, вынужденное. Денег не остается ни на развитие, ни на замену подвижного состава, ни на индексацию зарплат. Ровно год назад мы заправлялись по 32 рубля за диск топлива платили. То есть в тарифе на сегодняшний день, который у нас рассчитан, стоит 37 рублей. К сожалению, сейчас мы заправляемся по 50 рублей. Поэтому приняли решение, чтобы зиму нам все-таки пережить, аккумулировать все процессы, которые мы можем аккумулировать, это сэкономить где-то у себя внутри, но в том числе отменить скидки. Перевозчики рассказывают, они с лета пытаются добиться, чтобы власти уравняли тариф с их расходами. Сначала подали документы с просьбой повысить стоимость проезда, потом устраивали забастовки, когда 5 минут автобусы просто стояли и никуда не двигались. Сейчас перевозчики просят субсидировать частников наравне с муниципальным транспортом. Мы предложили, как на других рынках, правительству края, конкретно чиновникам, кто за это отвечает, рассмотреть возможность дотирования. Как у сельскохозяйственных работников, фермеров, как на других рынках. Ну, субсидирование. То есть вот увеличилась цена, не надо увеличивать тариф. Нам тоже невыгодно постоянно увеличивать тариф. Мы теряем пассажира, мы теряем все вплоть до имиджа, что вот ненасытное. Субсидируйте вот это выпадающие доходы. Нам никак не ответили. То есть наш вопрос даже не рассмотрели. В самом министерстве сегодня рассказали о решении отменить льготы. Их просто поставили перед фактом, без всяких диалогов. Мы удивлены подобным заявлением. Да, сложно, но вот так вот в одностороннем порядке, скажем так, предпринимать такие шаги, ну, наверное, это, скажем так, не по-партнерски. Министерству транспорта, в частности, нужно предусмотреть сейчас обе стороны, сторону пассажиров, чтобы не увеличивать до каких-то непомерных высот проезд в транспорте. Нам нужно предусмотреть все потребности, скажем так, перевозчиков и соблюсти вот тот самый баланс, стоимость, которая бы могла удовлетворить в какой-то мере одну сторону и другую сторону. Но и помешать частным перевозчикам отменить льготы в Министерстве транспорта не могут. А значит, они сохранятся только в муниципальных автобусах. И вопрос о повышении цены проезда тоже остается открытым. Министерство рассказали, они уже пытаются определить размер нового тарифа, и, скорее всего, цена за проезд вырастет. Но случится это только в следующем году, успокоил сегодня красноярцев губернатор края. Он пообещал, до февраля 2019 мы будем ездить по старым ценам. Алена Крашенинникова, Николай Чистяков, новости ТВК. Как отмена льгот на проезд в автобусах отразится на вас? Вы пользуетесь транспортной картой, чтобы сэкономить? Пишите смс на номер 9020, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте сообщение в Viber и WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00. Обсудим эту тему вместе с вами в ночном выпуске новостей ТВК в 23.00. Но сэкономить, вероятно, не получится ни у перевозчиков, ни у владельцев дизельных автомобилей. Сегодня цена на солярку снова выросла на заправках сети «Газпром», причем сразу на 2 рубля. Сейчас дизель на заправках стоит 47 рублей 55 копеек. Как оказалось, цены сменили накануне после окончания рабочего дня. Сами сотрудники не в курсе причины повышения стоимости, только рассказывают, что владельцы дизельных автомобилей сегодня реагировали крайне негативно. Добавили, что повышение цен владельцы заправок объясняют тем, что на внутреннем рынке страны не хватает топлива, поэтому цена на него в розницу значительно возросла.
Налог для самозанятых депутаты Госдумы сегодня одобрили в третьем чтении. Если коротко, платить его должны будут те, у кого есть неофициальный доход. Это няни, парикмахеры, репетиторы, фотографы, предприниматели, у которых нет сотрудников. В общем, все те, кто получает деньги, как говорится, не через кассу. Те, кто работает с физическими лицами, должны будут платить 4% от своих доходов. Тем же, кто оказывает услуги юридическим лицам, придется заплатить 6%. Если же самозанятые и дальше будут свой доход скрывать, их накажут, вплоть до того, что заберут все заработанные деньги. Отмечу, что в ближайшие 10 лет новый порядок будет работать в тестовом режиме, и пока налог придется платить лишь жителям Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан. Ну а позже действие налога распространится на другие регионы. По крайней мере, так обещают, но все может измениться. Что ни день, то новости о жестоком обращении с детьми со стороны учителей. На этот раз в Комсомольске-на-Амуре. Там педагог начальных классов избила 9-летнего мальчика за то, что он якобы мешал ей вести урок. Видео конфликта в сеть выложили школьники. На кадрах видно, как преподаватель избивает ребенка ладонями и роняет на пол. Возле скамейки женщина еще раз отрывает мальчика от пола, снова роняет и продолжает избивать. Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статьям истязания и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В городской администрации преподаватели отстранили от работы, а прокуратура начала проверку. Тем временем в соцсетях пользователи не только встали на защиту ребенка, но и похвалили авторов видео за смелость. Я восхищаюсь детьми, они уже знают, что могут защищать свои права. Восторг. В этой ситуации жалко обоих. Ну а преподаватель, видимо, совсем без мозгов, если опустилась до оскорбления и избиения ребенка. Ребенка пусть наказывают родители, опекуны, родственники, но не учителя. Слишком низко и глупо. Прежде чем осуждать ее, стоит вспомнить, что методов воздействия на невоспитанных детей у преподавателей нет, а вот сами дети есть. Это уже не первый случай, когда учителя дают волю эмоциям и рукам. На этой неделе преподаватель в Богучанском районе грозила детям расстрелом за надпись «Путин вор», а на Сахалине педагог обозвала ученицу приемным ребенком за порванную кофту. Подробнее об агрессивном поведении, о том, как не стать жертвой, расскажем в выпуске воскресных новостей ТВК. $7,7 млрд выделят на подготовку к проведению универсиады в 2019 году. Об этом расскажем в воскресных новостях, а сейчас к другим темам. Отбилась от насильника. Сейчас о впечатляющей истории, которую обсуждают в сети. В Лесосибирске 10-летняя каратистка дала отпор 43-летнему мужчине. Он напал на школьницу прямо на снегу. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Как сообщает Следственный комитет, все произошло накануне около 7 вечера. Девочка шла на занятия по карате. Рядом с хоккейной площадкой на нее внезапно напал мужчина, повалил на снег и требовал раздеться. Юная каратистка отчаянно сопротивлялась и несколько раз ударила злоумышленника. Затем за ребенка заступилась женщина, которая проходила мимо. Насильник отвлекся, и девочка сумела убежать. Мужчину уже задержали, возбуждено уголовное дело. И еще один случай с ребенком, но в этот раз не о чудесном спасении. В красноярских соцсетях появилось видео, на котором мать дает курить кальян своему сыну. Все произошло в баре «Моц» на концерте музыкальной группы. На кадрах видно, как женщина курит кальян. По сообщениям очевидцев, с ней в заведение пришли двое детей. В какой-то момент курительную трубку мать передает своему сыну, по виду ему 7-9 лет. Мальчик затягивается и выдыхает дым. Установить личность посетительницы не удалось, этим сейчас занимаются полицейские, а в баре уже прокомментировали случившееся. Там отметили, что просто не заметили происшествия, а если бы увидели, то сразу бы пресекли. Массовые жалобы на гололедицу поступают от горожан. Красноярцы говорят, что дороги во многих районах города не чистят и не подсыпают. Особенно острая ситуация во дворах жилых домов. Скользкими тропами прошла наша съемочная группа. Ой! И локтем ударился. Вот так, подскальзываясь и падая, Валерий каждый день ходит на работу в психоневрологический центр «Журавлик» на улице Сады. Это единственная тропа к ближайшей остановке, и десятки инвалидов, взрослых и детей вынуждены балансировать на краю обочины. Такое впечатление, как будто нам испытание какое-то дают. Как будто на себе картошку несем.
Да? Хуже. Когда особенно по этой горе поднимаешься, вообще тяжело идти. Ветер старается дуть, а нас назад тянет. Еще самое неинтересное, что нас не слышат. 205 районной администрации и управляющая компания отвечают: ждите, когда до вас очередь дойдет, говорит завхоз интерната. Поэтому приходится справляться своими силами. Мы свою территорию как бы подсыпаем и чистим своими силами, но дорогу, извините меня, мы не можем полностью улицу прочистить. Вот эта вот дорога, как бы вообще просто дорога пыток каких-то, я не знаю, как мы просто ее назвать. Мы просто выживаем, идя по этой дороге в зимний период. Еще к одному соцучреждению в Октябрьском районе не пройти. Жители района говорят, что дорога к госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны похожа на ледяную горку. Снег слегка присыпал. Налить его никто не чистит. И очевидно, что дорогу никто не подсыпает. Если такая ситуация около госпиталей и интернатов, то про обычные дворы говорить нечего. На Гусарова 75 дорога к остановке и выезд из двора покрыта льдом и вся в ухабах. Машинам не проехать и людям не пройти. Здесь муниципальные службы и вовсе не нашли ответственного за дорогу. Обращались и в ЖКО. Нас отправляли по чистке дворов, тоже там по телефону. Отправляли туда. Позвонили туда. Сказали, что это не наша дорога, это нужно обращаться в аварийную службу 005. Обратились туда, сказали, это не наша дорога, то есть никто не знает. Звонили в Октябрьскую администрацию, да, тоже не знают, чья это дорога. Между тем в мэрии говорят, скользкие дороги во дворах – проблема управляющих компаний. А мы их штрафовать будем за безалаберность. И работа в этом направлении ведется, ведь главное – безопасность горожан. Должна работать система. На каждых отраслевых совещаниях мы обязательно это подчеркиваем. Глава города в ежедневном режиме говорит о том, что должны у нас дворы быть в надлежащем состоянии, в безопасном состоянии для проживания и для передвижения. Поэтому вот начинаем с порога дома. Когда человек вышел из своей квартиры, вышел из подъезда и безопасно смог двигаться. Но, похоже, система штрафов, обсуждений и указаний главы города эффективна не везде. Есть земли, которые никому не принадлежат, и тут управляющую компанию не накажешь. И что делать с такими территориями, не ясно. А ведь безопасно сейчас далеко не во всех дворах и не на всех дорогах. Екатерина Широкова, Сергей Малафеев, новости ТВК. В Северном на выходных перекроют сразу три улицы для строительства пешеходного моста. В ночь с 17 на 18 ноября движение ограничат на 9 мая от авиаторов до шахтеров. На 78-й добровольческой бригаде нельзя будет проехать вдоль дома 79 по улице 9 мая. А также на Петра Ломака перекроют проезд вдоль 74-го дома до 9 мая. Объехать перекрытый участок водители смогут по улице Алексеева или Молокова. Работы обещают выполнить ночью с субботы на воскресенье, когда движение не такое интенсивное. В 2019 году край получит деньги на метро. Об этом стало известно из поправок к бюджету на ближайшие три года. Там появилась соответствующая статья расходов. В целом, в следующем году региональный бюджет получит из федеральной казны 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Предполагается, что эти деньги потратят на строительство метрополитена, создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, развитие спортобъектов и строительство дорог. Проект рассчитан на три года, и пока не ясно, сколько именно денег выделят на каждую статью. За исключением строительства детских садов. На эти цели до 2021 года Москва выделит почти 2,5 миллиарда рублей. За эти деньги мы планируем построить порядка 14 детских садов. И речь идет прежде всего о детских садах, которые предназначены для ребятишек до 3 лет. Часть из этих детских садов будет построена в городах и в Красноярске, в частности. Но и уже сейчас у нас есть конкретные планы для сельской местности, в частности в Березовском районе. Просчитан и практически спроектирован этот проект в Емельяновском и ряде других. Детально федеральные деньги распределят при обсуждении поправок в бюджет края на ближайшие три года. Изменения уже подписали в правительстве региона. 22 ноября их обсудят в первом чтении бюджета в законодательном собрании. Валентин Коновалов официально стал губернатором Хакасии. Сегодня в торжественной обстановке молодой коммунист произнес слова присяги и получил удостоверение главы республики. Первое, что Коновалов сделал в новой должности, отправил в отставку правительство и назначил первого заместителя главы Хакасии и руководителя аппарата. Напомню, что выборы главы республики прошли 11 ноября. На эту должность претендовал лишь Валентин Коновалов. За него проголосовали 57% пришедших на избирательные участки людей.
Зарплаты в Красноярском крае растут, по крайней мере, так считают статистики. А в Красноярске закрылся еще один дилерский центр. Подробности в рубрике «Новости коротко». На территории дачного поселка в Канском районе обнаружено зараженное мясо животных, сообщает Россельхознадзор. Трихинеллез – это опасное заболевание, которое вызывается червем-нематодой небольших размеров. Специалисты предупреждают, охотников следует быть внимательнее. Это заболевание есть у большинства диких животных. От них личинки могут попасть и к домашнему скоту. Сейчас на территории Канского района введен карантин. Средняя зарплата жителей Красноярского края составила 43 718 рублей. Естественно, по данным Красноярскстата, заработные платы за 9 месяцев текущего года выросли практически во всех сферах деятельности. Исключением стала только работа в области сделок с недвижимостью. Там заработок уменьшился на 5%. А вот больше всего по статистике получают работники в области добычи полезных ископаемых. Их зарплаты превысили 100 тысяч рублей в месяц. Дилер Porsche в Красноярске обанкротился. Краевой арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ООО «Крепость Штутгарт». Долг компании перед банком по кредитам составил 15,5 миллионов рублей. Напомню, ООО «Крепость Штутгарт» входит в группу компаний «Крепость», которой руководит Александр Кангун. В конце лета в отношении Кангуна возбудили уголовное дело, а имущество компании арестовали. Почти треть урожая Красноярского края пойдет на экспорт. Краевые аграрии сегодня официально завершили уборочный сезон. Они съехались в столицу региона, чтобы отчитаться перед властями и устроить для горожан день урожая. Подробности далее. Хлеб диетический, рекомендуем. Диетический. Две булки хлеба в день гарантируют потерю полкилограмма. Здравствуйте. Хлеб – главный виновник сегодняшнего торжества. Ведь сегодня аграрии Красноярского края отмечают День урожая. Все уборочные работы закончены, машины загнаны в ангары, а работники съехались в столицу региона, чтобы похвастаться дарами сезона 2018 года. По сравнению с прошлым годом, у нас в этом году немножко хуже урожай, потому что сказались засушливое начало лета, и урожай поэтому получился немного хуже. Но несмотря на это, мы по сравнению с прошлым годом убрали урожай на всей территории, все площади убраны, потому что как раз в прошлом году в разгар уборочной у нас выпал большой снег, и большое количество площадей у нас ушли под снег. Созданы две линии по переработке мясной продукции. Это производятся и копчености, и колбасы, полуфабрикаты, тушенка. То есть мы этому направлению деятельности уделяем большое внимание, и в итоге имеем вот такой вот хороший положительный результат. Но идринское мясо и минусинские овощи – продукты скорее для нужд местного потребителя. Главный показатель и гордость края уже 15-й год подряд – урожай зерновых культур. Этим летом регион смог собрать 1 875 000 тонн зерна. Это 23 центнера с гектара. При этом наши соседи по Сибири в среднем с гектара собирали 18 центнеров. Я вспоминаю свое детство, когда отец мой получил звание Героя социалистического труда за урожайность 20 центнеров с гектара. Это был один из самых высоких показателей в Красноярском крае. Теперь весь край в среднем дает уже 23. Поэтому всех нынешних аграриев, по большому счету, по социалистическим меркам, надо называть героями. Из этих почти 2 миллионов тонн 600 тысяч в скором времени отправятся на экспорт, в том числе и за рубеж. А уже на будущий год правительство края строит большие планы. Сельхозсектор получит из бюджета 7 миллиардов рублей, а за 5 лет регион реализует 13 крупных проектов с общим объемом инвестиций порядка 35 миллиардов рублей. Илья Филонов, Владимир Антонов, Новости ТВК. Первый в России. В Красноярске официально открыли первый в стране памятник призывнику и его матери. Скульптуру «Сын Отечества» установили в сквере у здания краевого сборного пункта на улице Деповская. Идея воздвигнуть на этом месте памятник возникла еще 3 года назад. Правда, вначале хотели установить монумент генералу Лебедю. Общественность такой проект не одобрила и в итоге сошлись на простом сибирском солдате, который уходит служить. И слава... Скульптура стоит на месте бывшей парковки. Теперь оставлять машину здесь будет нельзя. Зато по задумке администрации площадь станет достопримечательностью. Кроме того, здесь будут проводить различные праздничные мероприятия.
Это наша земля. Сегодня в северо-западном микрорайоне прошел митинг против застройки и вырубки деревьев. Около сотни местных жителей и студентов вышли, чтобы отстоять бывшие земли аграрного университета. Речь об участке в 3 гектара возле общежитий учебного заведения. Люди боятся, что потеряют место отдыха, а территорию застроят высотками. Ранее несколько десятков гектаров у университета уже забирали под жилые дома. Это наша земля! Непосредственно на этой территории должен был быть парк для местных жителей, то есть абсолютно бесплатный парк с брусчаточной дорожкой, со скамейками, чтобы люди могли прийти, отдохнуть и так далее. И наши студенты должны были проходить здесь практику, то есть высаживать, и они высаживаются по сей день определенные растения. В департаменте градостроительства говорят, что земли под застройку федерация отдала еще в 2015-м. Тем не менее, высоток на этом месте не будет. Здесь построят спорткомплекс и школу. Чем мы дышим? Накануне экологи обнаружили в воздухе новое вещество. Их замеры в городе ранее не проводили. Подробнее об этом Алена Крашенинникова. Вот у нас поглотитель Рихтера, да, здесь находится жидкость. Сейчас мы будем пропускать воздух, и здесь загрязняющие вещества растворятся. С помощью простого прибора в воздухе впервые ищут сложное химическое соединение – ацетальдегид. Это газ, который разрушает нервную систему и мозг. В условиях производства при работе с ним рекомендуется надевать респиратор. А вот красноярцы могут вдыхать его совершенно спокойно, говорят экологи-активисты. Это место и далее по Красрабу, вплоть до Свердловской, до нового моста, мы фиксируем от 1 ПДК до 40 ПДК концентрация ацетальдегида. Допустимая концентрация 10 микрограмм на метр кубический. То есть здесь концентрация может быть и 10, и 20, и 30, и 40 микрограмм. Это совместное влияние выбросов промышленных предприятий автотранспорта. Несмотря на вредность, это вещество официальные посты Министерства природы не фиксируют. В ведомстве рассказывают, сейчас воздух проверяют всего на 19 показателей. В автоматическом режиме мы замеряем 15 веществ, и еще 4 вещества мы берем не в автоматическом режиме, а наша лаборатория может замерять до 400 веществ, и из них 95 по воздуху. Экологи рассказывают, чаще всего красноярцы дышат мелкодисперсной пылью и сажей, а также оксидом углерода. Это продукты теплоэнергетиков и печного отопления. А еще бензопиреном и гидрофторидом – это выбросы крупных заводов. Транспорт выбрасывает в воздух бензол. И это только то, что наши посты могут замерять, а вот федеральные эксперты уверены, в таком крупном мегаполисе не хватает и количества измерений, и количества постов. Источников выбросов атмосферы Красноярска огромное множество. В Красноярске это Среднесибирская УГМС, которая контролирует постоянный отбор проб, ну как постоянно, 4 раза в сутки, на 8 стационарных постах. Для такого огромного города, как Красноярск, это очень мало. Ну, для примера, приведу, в Москве подобных постов уже больше 60. Таких постов в Красноярске должно быть не менее 20. Необходимо давать хлороводород, то вещество, которое оказывается в атмосфере города Красноярска. И взвешенные вещества мерить не скопом, все суммарные, да, а по крайней мере разделять их на PM2,5, PM10. На новые посты пока, говорят в Министерстве экологии, нет средств. А тем временем общественные экологи развивают и свои программы. Предлагают еще и прогнозировать выбросы. Специальная программа будет показывать, в какую сторону распространяются вредные вещества. Тут же в этот интерфейс мы подгружаем сводный том ПДВ Красноярска, где прописаны выбросы всех источников. Эта программа, она еще и рассчитывает, исходя из метеорологических данных, которые поступают с метеопостов, она высчитывает на 2 дня вперед прогноз загрязнения. Мы делаем на 3 часа. На 3 часа делаем прогноз, он высчитывает через прогноз погоды все метеоданные, и картина меняется. Пока сеть в разработке, но в планах эколога предложить ее министерству. Специалисты говорят, важно не только измерить концентрацию, но и найти виновника. А пока виноваты только печи и автомобилисты. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, новости ТВК. Машины в помощь людям. Красноярские инженеры конструируют и собирают технику для промышленных предприятий. Как проектируют сложнейшие машины и почему на создание одной такой модели уходит не один год, расскажет Денис Козлов. Работает как швейцарские часы. Подобные машины Иван проектирует уже 6 лет. До этого цвет мед и работа на нескольких заводах. Машины, которые он создает, прежде всего облегчают труд заводчан. Оператор находится в комфортных условиях, в машине, на эргономичном рабочем месте, с кондиционером.
в защите от там, высоких температур и выполняются, собственно, операции гораздо проще. Техника для заводов «Русала» нужна специфическая, специально разработанная под условия конкретных цехов и определенных производственных операций. Сейчас инженеры доделывают уникальную машину для подвоза сырья. Сейчас машина загрузки глинозема еще в процессе сборки, однако уже к концу ноября ее должны доделать. Ее уникальность в том, что она подходит для новых типов электролизеров, с помощью которых и производят алюминий. На ней можно будет перевести больше 6 тонн глинозема за раз. Всего с 2012 года в «Русале» разработали 29 моделей спецмашин. Проектируют тщательно. Нередко уходит год на чертежи и расчеты. Затем еще примерно столько же времени нужно на сборку и испытания. Мы реализуем программу замены устаревшего парка машин и ввода новой инновационной техники для предприятий «Русала». Планируем по итогу ноября изготовить 170 машин для заводов компании. В том числе 37 машин, заменивших полностью ручной труд. Все эти машины оснащены нейтрализаторами выхлопных газов и системами снижения выбросов. И главное, отечественному и в частности красноярскому производству не нужно зависеть от импорта иностранных машин. Все делают сами. Денис Козлов, Михаил Зинкевич, новости ТВК. Что делать, если в подъезде нет света, а управляющая компания не устраняет неполадку? И как установить видеонаблюдение на придомовой территории? Об этом в рубрике «Вопросы ЖКХ» расскажет эксперт Наталья Балабина. Добрый вечер. От нашей зрительницы: на площадке в подъезде нет света, светодиодный светильник с датчиками движения не светит. Обращалась и председатель дома, и наша телезрительница, чтобы пришли и наладили, но заявка не выполнена до сих пор. Что делать дальше? Если на вашем этаже, на вашей лестничной клетке не горят лампочки, сломались датчики, вы звоните в свою обслуживающую организацию. Все телефоны указаны в ваших платежных документах. Делаете заявку. Обслуживающая организация обязана отреагировать. Если вы с утра сделали заявку, она должна после обеда ее выполнить. Если после обеда вы делаете заявку, на следующий день с утра. После этого, если вы видите, что ваша обслуживающая организация не реагирует на это, вы идете в управляющую компанию, пишете письменную заявку. И после этого, естественно, управляющая компания должна воздействовать на свою обслуживающую организацию, те должны выполнить. Хочу напомнить, что председатель совета дома ежемесячно подписывает акты выполненных работ своей подрядной организации. И тем более здесь, если уж этого не выполняется, ну тогда необходимо писать жалобу в службу строительного надзора. Еще один вопрос. Сколько голосов жителей нужно для установки камер видеонаблюдения? Управляющая компания сообщила, что вступили в силу новые правила, и вместо 51% теперь нужно 66% голосов. Действительно ли это так? Нет, это не так и далеко не так вообще. Никаких новых правил по поводу использования общего имущества вашего многоквартирного дома не вступало в силу и не было. Поэтому существует только Жилищный кодекс Российской Федерации, статьи с 44 по 48, где четко прописано, сколько процентов голосов необходимо набрать на общем собрании собственников для решения того или иного вопроса. Если речь идет о камерах видеонаблюдения, которые жители хотят установить на фасаде своего дома, то сначала необходимо провести общее собрание собственников по вопросу использования вашего общего имущества. Там нужно набрать не 66, а 2/3 голосов, то есть 67%. А после этого уже, чтобы закупить камеры видеонаблюдения, 51% общим собранием набирается, чтобы средства из текущего ремонта можно было использовать. Или большинством вашего совета дома, если совет дома уполномочен на принятие решений по текущему ремонту. Ну что ж, спасибо. Это была Наталья Балабина. Напомню, что задать вопрос эксперту вы можете по телефону 265-45-00 или отправив сообщение в Viber по номеру 8-923-165-45-00.